В культурной столице на площадке Экспофорума на 4 дня распахнул свои двери международный форум «Киноэкспо» и «Контент-выставка». В этом году только в выставке принимают участие свыше 2500 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира. Здесь можно ознакомиться со всеми предложениями и товарами от попкорна до готового кинотеатра под ключ. В рамках «Киноэкспо» проводятся показы фильмов, блокбастеров еще задолго до их выхода в прокат. Немаловажную роль на форуме играет деловая часть – конференции, семинары и рабочие встречи. И, конечно, на Киноэкспо не оставили без внимания законопроекта о прокатном удостоверении, которое, если закон все же будет принят, обойдется прокатчикам в 5 миллионов рублей. Я очень надеюсь, что его не примут, потому что он абсурден и он разрушит всю киноиндустрию, как она есть в нашей стране. Она и так довольно болезненную стадию роста переживает уже много лет. Мы просто не сможем выпускать кино тогда. То есть все независимые дистрибьюторы будут поставлены в положение скорейшего вымирания, я думаю.